Путиным, пусть он образумится, пусть позаботится о своем народе, повытаскивает их из тюрьмы, и чтобы мы, которые поддерживаем Россию, не краснели за вас и не стеснялись, потому что нам, как те, которые говорят, что мы хотим соединения с Россией, они говорят, куда мы будем соединяться, если смотрите, что они делают там у себя внутри, что они тем более сделают с вами. Пожалуйста, освободите российских граждан, они очень хорошие, очень милые, и они должны и имеют право протестовать, как и мы все пришли сюда протестовать в поддержку их. И не надо бояться правды, надо бояться делать беду, делать неприятности людям. Люди сегодня в России выходят в защиту политзаключенных, не всех заключенных. Ну, ясное дело. Понятное дело, всех тех, которые пострадали... Чтобы не сажали за протесты и за свободу слова. Правильно, я об этом и говорю. И вы вышли с собакой и с аккордеоном. Мяу, это мой поводырь, мяу, который обучен в Москве. Привет москвичам, всем. Буду вам петь песню сегодня. Границы нам тоже надо открыть уже в Россию, потому что это такое уже? С марта месяца они позакрывали, невозможно попасть в Россию. Бардак какой-то. Это из-за пандемии, не политическое решение. Посольство Российской Федерации в Молдове. Человек вышел с собакой и с аккордеоном протестовать против ущемления прав человека. Свободу политзаключенным! Мои ТВ. Что ж ты, милая, Путин вор! Свободу политзаключенным! Это песня для русских граждан, поддержку, которые сидят сейчас за то, что они стоят за правду и защищают свою родину. Для них посвящается эта песня. Это оригинал песни или что-то? Конечно, оригинал.
Ага, понятно. Это оригинал песни, просто я ее спел как пьяница, которая... А, понятно. Которая... Я знаю, у тебя есть и свои песни. Конечно, конечно, есть, но русские граждане должны услышать свой отзыв даже в Молдове. Русский народ – это великий народ, который сумел пройти через много трудностей, испытаний, у которого было очень много святых, и который доказал своим существованием, что он способен на многое. Но такие, как КГБшники, Путин и так далее, они убивают нужных людей и оставляют марионеток, которые, ай, да кадзашаша лашаша, которые согласны со всеми тупостями ихними и таким образом разрушают собственную страну. Мы против этого и даем возможность поддержки права народу российскому протестовать за свою свободу, за своих детей, за своих внуков и за свое будущее поколение. Спасибо. Свободу политзаключенным! Свободу Навальным! Даром они там этого Ленина держат, коли они говорят, что они за народ. Ленин был за народ, а они переделали его политику на другой лад, на собственный лад. И говорят, что они придерживаются Ленина. Теперь у них другой кумир, не Ленин, а Путин. Ну а Путин — это русский Гитлер. Придет время, когда его будут проклинать как Гитлера. Собственный народ будет его проклинать. А что случилось с гармошкой? С какой? С этой, почему? С аккордеоном. А ты имеешь в виду насчет меха? А там дополнительный мех нашит, я нашил специально. Да? Ну, конечно, чтобы была защита. Ты что, думал, что он порван? Да. Нет. У меня не может быть порвано что-то. Мяу, а ну вставай. Вставай тоже на защиту Родины России, вставай. Он меня спрашивает, у меня есть российское гражданство или нету. На той неделе отказался. Вот ты знаешь, по идее, он не имеет права спрашивать такие вопросы. Ну, этого... наверное, он и не работник, дипломат, он просто охранник. Охранник посольства. Некому березку поломать, некому кудрявую сломать. Ай да люли-люли поломать. Да, мяу. Ты мой сегодня низко. А почему мяу? А он сейчас что-то скажет Путину, а ну скажи что-то. Скажи что-то Путину. Скажи Путину что-то. Скажи Путину что-то, мяу. Ну скажи Путину, пожалуйста. А это не насилие? Нет, он такой, это же видишь, он довольный. Было бы насилие, он бы плакал. А у него есть точка такая на попе. Болит же. Он не любит, когда я его за попу дергаю. Да, мяу. Путину что-то. В общем, мяу проявил разум. Он не хочет ничего Путину говорить. Он считает, что я и так много сказал. Да, мяу? Путин вор и мафиози! Вот Путин! Долой Путину! Свободу политзаключенным в России! Защита прав человека на румынском. Дрептурлор омулы. Апараля дрептурлор омулы. Апараля дрептурлор омулы. Наша и мяу. Мяу. Свобода протестующим.